В результате пожара сгорели два жилых и два частных дома на общей площади 308 квадратных метров. На пожаре пострадал подросток 2003 года рождения, он получил ожоги и был госпитализирован. Как сообщает региональный МЧС, причина пожара устанавливается. Наиболее вероятное – несоблюдение техники пожарной безопасности при сжигании мусора на придомовой территории. Предварительно из-за того, что один из жителей сжигал мусор в бочке, искры попали на рядом лежавшую солому. Огонь быстро распространился по сухой траве и деревянным домам. Отмечу, в эти дни на территории Владимирской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Наиболее пик возгораний пал в сухой травянистой растительности и лесных пожаров. Это были 17-18 апреля, выходные дни. Таким образом, у нас на территории за выходные дни произошло 135 пожаров. Из них 18 пожаров техногенных, 93 случая пал в сухой травянистой растительности на общей площади около 500 гектар. Всего с начала года произошел 281 пал сухостоя на площади 1096 гектаров, в том числе 174 в границах населенных пунктов. Также зафиксировано 9 лесных пожаров на общей площади 12 гектаров, которые оперативно ликвидированы в день обнаружения.